Вот я пришел, я говорю, буквально не зная, как креститься. Я на пороге церкви, сходя с нее, понял, что это мое место. Вот какое-то просветление изнутри, наитие такое пришло. Буквально на следующий день я крестился уже. И после этого моя жизнь, вот уже 10-й год, идет совсем по-другому. Это мой дом. Все, начинаю новую жизнь. Очень часто эта фраза звучит из уст людей самого разного возраста, самых разных поколений. Новая жизнь, надо жениться, надо поменять работу, куда-то уехать, что-то сделать такое, чтобы наша жизнь стала совершенно другой. Мы меняем профессию, мы меняем место работы, мы меняем место жительства, мы делаем все, чтобы измениться. И вдруг мы начинаем понимать, что все это быстротечно. Что упадет кирпич или сосулька, наступит неожиданная болезнь или просто придет старость, и все наши труды, все наши старания будут не нужны. Наша жизнь все время для нас теряет смысл. Мы гоняемся за этим смыслом и никак не можем его поймать. Быстротечность, бессмысленность этой жизни приводит нас очень часто в отчаяние. Неужели же мы живем здесь, на этой земле, только для того, чтобы умереть? Господь никогда не оставлял человека. Он даже послал на землю своего Сына Единородного, Иисуса Христа, который пришел на землю и стал таким же, как человек. Он стал человеком, во всем подобным человеку, только без греха. Он прожил жизнь здесь, был предан, распят, умер. Но Он воскрес и тем самым открыл каждому человеку путь к Богу, назад к Богу, вверх к Богу. Он возвратил человека к Богу, к вечной жизни, к той самой единственной новой жизни, которую мы можем жить. И все наши поиски, все наши метания, все наши искания, они заключаются в одной фразе, которую говорил Христос. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а все остальное
приложится вам. Как же нам вступить на этот путь? Как же нам сделать первый шаг к этому царству, чтобы войти в него и остаться там? Церковь, которая существует уже почти 2000 лет, дает каждому человеку такую возможность. В церкви православной существует таинство церковное. Таинство – это видимое действие, видимое проявление Божьей благодати, благодати Святаго Духа. Мы не видим его, но мы видим проявление, действие этой благодати. И вот самым главным, самым первым таинством является таинство крещения. Таинство крещения, как и в древние времена, и так и на сегодняшний день, остается самым важным таинством в жизни Церкви, потому что оно вводит человека в новую, совершенно отличную от той жизни, которую он вел, новую жизнь во Христе. Для этого существует очень важный момент вступления. В Древней Церкви это называлось соглашением. Был институт оглашенных, то есть людей, которых готовили специально к таинству крещения. К сожалению, мы сейчас не можем успеть и не получается у нас подготовить взрослых людей так, как нужно к крещению. Но мы всегда настаиваем на том, что это их личный выбор, их осознанное решение принять христианскую веру, принять православное крещение. И вот таинство крещения начинается с того, что священник читает так называемые заклинательные молитвы, в которых просит, чтобы Господь исторг из вашей жизни проявление злых, темных и страшных сил, особенно в наше очень непростое время. Взрослые, у каждого из вас жизнь, еще хотя и молодая, но сознательная, есть моменты в этой жизни, которые, может быть, стыдно или неприятно вспомнить. Значит, все эти моменты должны в этой купели утонуть. Вы начинаете жизнь с новой, чистой страницы. Поэтому вы отказываетесь от всего того, что общество называет пороком, а церковь называет грехом. То есть отказываетесь от сатаны, как начало всякой злобы и всякой нечистоты. Служением себя гордился. Он говорит, отрицаюся. Отрекся ли си сатаны? Отрекся, отреклась. Отрекся ли си сатаны? Отрекся, отреклась. Так, ко мне поворачивайтесь. Сочетоваешься ли си Христу? Сочетоваюся. Сочетоваешься ли си Христу? Сочетоваюся. Сочетался ли си Христу? Сочетался, сочеталась. Сочетался. Первое движение, которое священник делает в таинстве крещения, это возложение руки на голову крещаемого. Он возлагает ему руку и дает его под руководство Бога. Возлагаю руку мою на раба твоего, который сподобился прибегнуть ко святому имени твоему и сохранитеся под покровом крыл твоих. И после того, как человек отрекся от зла,
отвергнулся всего злого, всех злых сил. После того, как человек решился вступить на этот путь, решился подойти к этим вратам, есть еще одно самое главное, пожалуй, условие его вхождения в церковь, вхождения в Царство Небесное. Это его вера. И именно поэтому человек исповедует, произносит символ веры. Символ веры – то, что будет руководить человеком на его пути к новой, бесконечной, вечной жизни, к Богу. Месяца всего, когда мы его принесли в храм крестить. И для нас было это очень торжественное и радостное событие. И так ребенок себя вел интересно, что ему так было хорошо, хотя он был маленький, то есть он пел песни, в купельку, когда его опустили, то есть все замечательно очень прошло. И для меня, конечно, крещение – это большая радость. То есть я смотрела на сына, его помазали, как помазанника Божьего, то есть помазали миром, что делается вообще один раз в жизни, то есть совершилось над ним таинство. И для всей семьи, для нашей, это было очень большое радостное событие, что сынишка, что я могу вот я иметь сына своего, и не только, так сказать, радоваться то, что он у меня есть, а взять его в ряды Божьи, чтобы он вместе со мной ходил в храм, чтобы вместе со мной разделял радости православной жизни, чтобы мог спасти, чтобы мог молиться за нас с мужем. Меня тоже крестили рано, несмотря на то, что были в то время как бы тоже тяжелые времена, когда я родилась. Папа у меня военнослужащий, и как военнослужащие все, то есть был членом партии. Но бабушка была верующая, и папа не был против того, чтобы меня крестили. Поэтому меня крестили в Никольском соборе.
И вот сейчас, будучи уже, так сказать, взрослым человеком, мне даже, видимо, Господь послал такую радость, что через вот это таинство крещения мне удалось в этом году окрестить, не окрестить, а венчать родителей своих. То есть батюшка венчал моих родителей уже в старости. То есть им вот сейчас по 76 лет, и они у меня венчались. То есть если бы мы не были с Господом, естественно, если бы не молиться, то, наверное, Господь бы не сподобил такой радости. Наша Родина переживала новый момент. Это было не только тысячелетие крещения Руси, это было возвращение к вере наших отцов, наших дедов, к вере нашей земли. И сейчас мы можем сказать, что в те годы было очень много людей, которые еще в этот полуразрушенный храм приходили на крещение. Мы крестили по 30-40 человек иногда в субботу, в воскресенье. А даже бывали случаи и рекордные. Сейчас мы стали крестить меньше. Но тем не менее ответственность не уменьшается. И ответственность церкви, ответственность воспитания тех, кого мы крестим. И, конечно, очень важным является роль крестных. Или, как в древней церкви их называли, восприемниками. Одессе, силу и действие на этом святаке, Господу помолимся. Ты, Куба, чьи колючий царю, приди и ныне на этом святаке Твоего Духа и освети воду сию. Ты, Куба, чьи колючий царю, приди и ныне на этом святаке Твоего Духа и освети воду сию. Ты, Куба, чьи колючий царю, приди и ныне на этом святаке Твоего Духа и освети воду сию. Да сокрушатся под знаменем образа креста Твоего вся сопротивные силы. Да сокрушатся под знаменем образа креста Твоего вся сопротивные силы. Да сокрушатся под знаменем образа креста Твоего вся сопротивные силы. Помазует цара Божий Никита елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во исцеление души и тело, слышание веры, руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя. Во еже ходите Ему по стопам заповедей Твоих. Крещается раб Божий Никита, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. Крещается раб Божий Вячеслав, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. Ныне и присно. Облачается раб Божий Вячеслав в ризу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещается раба Божий Ирина во имя Отца и Сына. Крещается раб Божий Валерий. Крещается раб Божий Иоанн.
Я крестился, когда мне был 51 год. Возраст уже такой солидный. Но я, естественно, долго размышлял потом, как это все происходило, и пришел к выводу, что это было завершением очень длительного процесса переосмысления своей жизни и жизни всех моих близких, всего окружающего мира. Появилась ясность, ну, как будто почву под ногами я обрел. То есть стало все на свои места. Вот ведь есть извечный вопрос, какой смысл жизни? И всегда раньше я считал, что нет на него ответа. А вот когда со мной это произошло, когда я принял таинство крещения, все стало ясно. Вот он, смысл жизни. Жизнь в Боге, жизнь с людьми, которые вместе с тобой в Боге. Жизнь в этом храме. Мой товарищ сказал, что для него крещение – это завершение его жизненного опыта. А у меня ощущение другое. Я ощущаю, что я, наоборот, встал в начало тропы. И действительно, я тоже почувствовал, что у меня есть опора, у меня есть ориентир, который меня поведет дальше. Но как пойдет моя тропа? Что я обрету? Что я познаю? Мне трудно еще сказать. Христа крестистися, во Христа крестися, аллилуйя, велице во Христа крестистися, во Христа крестися, аллилуйя. Печать дара Духа Святаго, аминь. 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 Вас помазывают святым елеем, опять-таки особо освященным маслом, которое освящает святейший патриарх со старейшими архиереями раз в несколько лет. Святое миром означает призывание и помощь Святаго Духа. Священник говорит, помазывая вас, печать дара Духа Святаго. То есть Церковь сообщает вам благодатную силу для вашей новой жизни. Крещение ставит человека на порог храма. Для взрослого человека это уже его личная жизнь. Он может остаться на этом пороге, может переступить через него, может, к сожалению, и уйти с этого порога. И мы молимся и просим, и надеемся на помощь Божию, чтобы взрослые люди не заканчивали своего вхождения в церковь только таинством крещения. Это первый шаг. Дальше им жить в церкви, дальше им входить в дисциплину церкви, в таинство церкви, в то, что составляет жизнь христианской общины. Для младенца это ответственность крестных. Они должны его вырастить, они должны его воспитать, они должны дать ему нравственную основу жизни и первые азы христианского религиозного воспитания. Вот почему крестные так важны и так нужны для тех, кто в очень маленьком возрасте еще принимает свое крещение.
Ну, быть восприемником – это, конечно, большая ответственность. И для, вот как я это понимаю, для меня это означает помогать своему крестнику воцерковиться и быть в лоне церкви вместе с церковью на протяжении всей дальнейшей жизни. В таинстве крещения мы становимся родными и близкими Богу. Мы становимся Христовым, потому что мы после таинства крещения носим Его имя. Мы становимся христианами. И каждый год церковь, отмечая праздник крещения, видит в этом празднике большой и глубокий духовный смысл. Для нас с крещения Господня открывается новый мир, потому что Он, будучи безгрешным человеком, приняв наши грехи, делает нас в таинстве крещения быть способными и достойными новой христианской жизни. Сам убо человеку любце царю, прийди ныне наитим святаго твоего духа и освети воду сию. Ой, Адам, не крещающийся тебе, Господи, Трое честное явися поклонение, Роди, тебе Бога святите, что ваше тебе, и вот на сегодняшний день мы говорим о крещении и зовем людей в церковь, зовем в наше трудное, сложное время. Мы говорим: придите под защиту, под ограду, под купола наших храмов. Потому что очень много в жизни моментов, когда страшно. А когда ты будешь крещен, когда ты будешь членом церкви, ты уже не будешь бояться того, что вокруг тебя. Я часто говорю и детям, и взрослым, как только что-то испугались, если даже вы не успеете перекреститься, нащупайте под своей одеждой маленький свой нательный крестик, и вы почувствуете, что Господь с вами, и что вам никогда и ничего не будет страшно.